Награда за терпение и любовь к книгам. Участники областного конкурса «Библиотека. Территория чтения» отправились в долгожданное путешествие. Напомню, конкурс инициировал депутат Госдумы Николай Панков, а его участниками стали региональные библиотекари. В течение 4 месяцев они демонстрировали творческие подходы к увеличению читательской аудитории. Ну а лучшие получили приз путешествия. В поездке в Казань победителей сопровождала наша съемочная группа. С чемоданами в руках и предвкушением отличного отдыха победительницы регионального конкурса «Библиотека. Территория чтения» отправляются в Казань. Для многих из них это вообще первое в жизни путешествие. Участница из Александрогайского района Асель Макзумова уже несколько недель предвкушает поездку. Я в первый раз. Волнительно, радостно, неожиданно. И в очередной раз доказывает, что любая профессия у нас вообще государственно ценится, какой бы она ни была. Это культурный работник, работник образования, работник какой-то строительной сферы. Профессия библиотекаря дала им возможность увидеть один из красивейших городов России. Поездка в Казань – это подарок для победительниц конкурса «Библиотека. Территория чтения». Еще вчера они демонстрировали свои знания и навыки, а сегодня любуются на красоты известного города. Экскурсия начинается с главных достопримечательностей. Конечно, не могли обойти стороной знаменитый Богородский монастырь. Здесь хранится одна из главных святынь России – Казанская икона Божьей Матери. Затем отправляются на остров Свияжск. Непременный атрибут – фото на фоне великолепной казанской панорамы. Будет что вспомнить и что показать родным после возвращения. Семья сказала: это здорово, поедь отдохни. Потому что у нас дома, вот у меня, например, сельское хозяйство. Начиная с поезда, у нас попалось очень вот так вот, коллеги собрались. Ну прям вообще, все такие, какие-то такие родные. Мы все быстро-быстро все собрались в компанию. Такой красоты предвидеть очень сложно и трудно. Это просто невероятно, фантастично, сказочно. Впечатлений от отдыха победительницам конкурса хватит надолго. Многие так воодушевились поездкой, что теперь хотят вернуться в Казань уже со своими родными. И абсолютно уверены, в конкурсе будут участвовать каждый раз, когда его будут проводить. Екатерина Барковская, Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.